Привет! Полина, куда сегодня идешь? Мы идем к Сердару на день рождения. Кто такой Сердар? Сердар – это мой друг. Мы с ним учимся в школе канадской. Где будет день рождения проходить? В игровой комнате. Там будут 3 торта, потому что на всех не хватит. Там много будет китайцев. Там много будет китайцев. И там будет один, там будет английский. Ребенок английский один будет, да? Да. Его зовут Пау. Но она не английская, но она говорит по-английски. Да. А сейчас мы идем покупать подарок. Да. Все, погнали. В этом торговом центре будет у Сердара день рождения. Вот мы выбрали подарок для Сердара. Как ты думаешь, ему понравится? Да. Вот мы уже купили подарок Сердару. Идем ему на день рождения. Вот тут будет проходить день рождения. Какая-то снежная комната. Снежный мир. Вкусный торт. Да. Сколько лет тебе сегодня исполнилось? 7 лет? Да. Такой большой. Пау, нравится тебе день рождения? Да. Там было, нужно собрать карту и потом пойти найти вот такие сокровища. Да. Там шоколадки. Папа, я тебя угощаю. Это девочка английская, о которой ты говорила, да, в начале видео? Давай спасибо. Песок пойдем. Привет. Песок, давай пойдем. О, я богат, спасибо. Да, я верю. Так, ну что, тебе, Поля, нравится день рождения? Да. Весело? Да. Ну все, бегите, давайте дальше отмечайте. Пойдемте!
Спасибо. Еще раз будет, да? Да. Вот закончился Сердарин день рождения, и мы пошли домой. Как тебе день рождения? Понравилось, нет? Да, там еще вот такие подарки. Сейчас посмотрю, я вам покажу мою фотку. А, каждый подарок был с фотографией, да? Да. Ребенка, да? Да, чтобы отличать. Понятно, прикольно, чтобы... молодцы. А вот моя. Подожди. Довольны, с подарочками ушли. Да. Ну, молодцы, мама, папа, да, сделали Сердара, да? Хороший праздник. Да, очень. Что вы еще делали там? Еще мы там искали сокровища с шоколадками. Еще снежками кидали. На паровозе ехали. А мы вообще и кушали торт. Торт еще кушали, да? Да. Здорово. Вероника, тебе холодная комната понравилась? Да. Снежки играла? Да. Здорово, кидала меня. Кидала меня прям. Ну все, давайте, говорите ребятам до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.